«Дети о России». Стихи о любви к родине читают дети Еврейской автономной области. Проект реализуется благодаря медицинскому центру «Лекарь». Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткою медианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке. Ты вспоминаешь не страну большую, какую ты изъездил и узнал, ты вспоминаешь родину, такую, какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивником. Вот, где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтобы видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать.